Палатки для регистрации и шатры с сувенирами, импровизированная сцена и трасса празднично украшены. Музыкальное оформление добавили атмосфере позитивный оттенок и создавали отличное настроение гостям и участникам. Можно только на лыжне стать здоровым, сильным, бодрым. На открытые лыжные соревнования смогли попасть все желающие. Помериться силами традиционно приехали профессионалы, любители и новички из разных городов Ивановской области, а также других регионов. Организаторы смело заявляют, для уверенной победы сделали все возможное. Это лучшая трасса в области по подготовке, и по рельефу, и по подготовке. Широкая, удобная, из подъема хорошая, рабочая трасса. И дистанции на любой вкус от 500 метров до 10 километров. Ровную трассу и безветренную погоду по достоинству оценили все участники. Каждый из них рассчитывал исключительно на победу. В этот раз за золотые кубки главы района решили побороться более 200 спортсменов разной возрастной категории. Люди очень довольны, счастливы, хорошее настроение. Ну и, конечно, социально значимый эффект. По большому счету, это укрепление здоровья, все эти соревнования. Да? Люди приходят, дышат свежим воздухом, даже если они не умеют кататься. Первыми на старт лыжной гонки вышли VIP-гости. Это чиновники, депутаты и профессиональные спортсмены. По традиции, именно они открывают соревнования и одновременно проверяют качество трассы. После гостей VIP-статуса стартовую позицию заняли семейные команды. Задача отцов – преодолеть круг в 500 метров. Не забыть передать эстафету женам. Завершить и удержать победу в гонке предоставили детям. Накал эмоций просто зашкаливал. Спортивные страсти кипели нешуточные. Кто-то из юных спортсменов упал на старте. Кто-то из лыжников в упорной борьбе сломал палки. Побеждали более удачливые. Третье место в семейном зачете досталось команде Шутовых. Вторую почетную ступень заняла семья Балаевых из Иваново. Но первыми к финишу прибежали гости – семья Капраловых из Ярославля. Настроение отличное, трасса тоже. Все великолепно, организация, атмосфера, люди, участники, вообще все супер. Рассчитывали на победу, ивановцам большое спасибо, ярославцам очень долго еще идти, то, что у вас есть, великолепно, здорово. В качестве утешительного приза работала полевая кухня. Оценить бренд района, наваристые зеленые щи, смогли все участники гонки. Владимир Еремин, Виктор Иванов, телекомпания «Барс».